Tak, popełniające podarki. Dziewczynki, to może na dywanie leży od film smotret. Progradrenia, kiwia, tak. Takie wyżyko na włosa. Пышный, классный. Нет, мне не нравится. У нас уже следующий день. Сегодня суббота, 17 октября. О, прикольные, смотри, какие пышные. Объемные. Это лучше расчесывается. Да. Она такая удобная. Угу. Расческу вчера новую купили. Да, вот с этими она, с такими ворсинками. Очень хорошо расчесывает. Такая же, как эта другая расческа. Почти не. Мы вчера Маргарите купили краску, чтобы она покрасилась, но она еще не знает. Вот это вот обесцветить, это в розовый. А у меня не было. Да, зеленого цвета не было, но нужно через интернет заказать, надо ей. Это что? Мы просто вчера были в магазине, а там зеленого цвета не оказалось. Смотри. Ксюша, красить будешь волосы? Сейчас? Ну да, сегодня. Да! На, тебе краску розовую. Она уволится как белка. Все волосы? Нет, зачем? Да, да. Ну или прядку можно. Вот тут впереди. Спасибо. Пожалуйста. Так, сейчас мы сначала покушаем, позавтракаем, потом краситься, хорошо? Да. А я себе вчера духи купила. Наконец-то. Я покупала... Всегда только красное яблочко. И нашла вчера вот такое вот зелененькое. И мне очень понравился запах. Я вообще люблю именно вот Нина Ричи. А здесь Белла. Я всегда красненькое покупала. Вот решила зелененькое. Оно было со скидкой. Такое большое яблочко. Ой, тут еще сидит какой-то жучок. Жучок сидит. Вот такое вот зеленое. Тортик сегодня будем еще один печь? Да. У меня крем готов, все готово. Мне только осталось бисквит испечь. Угу. Постель заправляй. И нужно уборку сделать. Во сколько девочки придут? Пять. Мам. Сейчас мы позавтракаем и будем делать уборку. Нужно помыть полы. Что? Ты все еще в пижаме? Летаешь? Давай, давай. Куда идем? Никуда мы не идем, будем завтракать. А-а-а. Снимай. Удобные да. Сапожки? Да. Ну хорошо. Ты носочки пока поменяй, потому что сейчас пол еще грязный. А не посмотри на это. Смотри, уже грязные. Надень другие черные. У тебя есть там черные. Сладенькие, вкусные. Мама, это я кушала. Тарелку кто оставил на столе? Каролина. Ты тоже кушала? Бончик. Бончик, ты позавтракала? Ты позавтракала? Сидеть. Дай лапу. Лежать. Ты такая балдежная девочка. Умная девочка моя. Ты гуляла? Гулять пойдешь? Гулять. Пойдем гулять. Мы не идем гулять. Обезьянок выгули своих. Она тут висит всегда. Да, это мое место. Так, все. Дел много. Делаем дела. Папа только приехал с работы. Он сегодня работал. Ой, молока нет. Тортик стоит уже. Хорошо пропитается. Да, папа дома уже. Где молоко? Есть у нас еще молоко? Да, есть. Да. Папа сегодня у нас работал с утра до обеда. Они выдают. Да, папа дома. Они очень сухие, да. Их нужно только с молоком, а не с йогуртом. Они сладкие, попробуй. Нет, это не те, которые ты думала. Это с сахаром. Все, Макс, бери. Да. Где ложка? Ложку, бери ложку. Где? Какую хочешь. На. Все, кушать. Осторожно.
Все, я начала уже делать бисквит. Смотрите, как, смотри, как взбила. Не падает. Значит, хорошо. Это должно было быть такое же. Над головой подержать тебе. Да, это яйцо. То же самое, как я делала, мам. Да, это когда ты делала безешку. Да. Так, теперь нужно муку. Смотри, как вкусно. Муку добавить и вот эти вот желточки. Еще заберу. Сладенько. Эй! Ну что, мы начинаем красить волосы. Вот эти вот нужно обесцветить. И еще две прядки маленькие, да, вот здесь впереди? Не знаю, из-за школы. Ну как хочешь. Ну я еще подумаю. So stupid, just like the movies. I was gonna stay in the fight with you, just thinking we would do this until we couldn't do it. Each and every high, every night with you, you and me so clueless. We were just broken, shattered, singing. Все, я второй тортик закончила. Нет, не надо больше. Немножечко это, чтобы было не посерединке получилось, но, в общем, тут свечки встанут и все, да? Не надо. Вот такой розовенький тортик. Но внутри он не розовенький, белый. Я только снаружи розовый сделала. Не знаю, как я теперь буду, куда их убирать. Нужно освободить. А то у меня не получается, тут медовик стоит. А тут еще такая подставка большая. Что я буду делать? Все, Маргарита, он уже не прилипает. Ну ладно. Тебе не жарко? Ух ты! О май гад! Ну это как в прошлый раз ты красилась, то же самое. Будешь такой ярко-ярко радовать. Я скучала. Можно еще брови покрасить. Не надо! Какие брови? Брови не надо. А ты мне вот это вот тоже будешь красить? Нет, зачем? Я же не обесвечивала. А мне прятки сделать. Ты мне там уши не покрась. Такого мы еще не делали. Такого мы еще не делали. Вот такие вот внутри. Нравится? Ну все. Я уже испугалась, думала, что я не делала. Хорошо. Все, готово. Пожалуйста. Носи на здоровье свои волосы цветные. Садись, кушай. Так, у нас обед или ужин, не знаю, что у нас ужин. Ужин у нас. Маргарите подружка уже пришла, они там прыгают. Подружку снимать нельзя, поэтому не снимаю. Вонь, тебя буду снимать, тебя можно. Вот, сейчас еще подружки две придут. Да? Что? Так лапками тянется. Что ты сказала?
Я говорю, две подружки еще придут. Ее снимать же нельзя. Так, сейчас мы будем делать маршмеллоу с печеньем, с шоколадом. Сначала нам нужен шоколад или маршмеллоу? А сколько надо включать же духовку? Не, не про, я их не буду снимать, я так буду. А сколько градусов надо? Марго, это град. Тондер. Давай, это 100 или 150. Не знаю. Чтобы просто погрелось. А, чтобы она расплавилась, да? Да. Пуч-пуч. Marshmallow. Просто так оставить и все, что ли? Ты можешь справиться. Окей. На сколько? 5 минут. Geburtstag. Ich schlafe neben dir, Margo. Ich Geburtstag. Ich schlafe auch neben dir, ja. Also schlafe ich auf deiner Seite? Ja, und Vivian? Ich habe meinen Falsch aufgemacht. Eigentlich hat es so einen Strick. Oh mein Gott. Du bist auch ein Strick. Margo, ja. Ну, надо быстрее, потому что будет сейчас она засыхать. Марго, мы можем шнелла, а вот здесь прахнет. Хоть до шоколада достать. Блин, супер маршмеллоу. А попа не слипнется? А что ничего не налили попить? У нас Ксюша шарики надуваю. Розовые шарики. Девчонки там уже на диване лежат, фильм смотрят. А мы шарики надуваем. Я больше, чем это, не могу надуть. Не надувай сильно. Ой, мне будет становиться плохо, когда я их надуваю. Кружится голова. Почему? Я тут нашла свечки. Вот единичка. Ну, тут двоечку мы уже зажигали. Смотри. Тут она, по-моему, а тут эту мы тоже зажигали. Да. Ну, это пускай лежит это. Угу. Вот эти зажгем. Так, это подстилочка. Клееночка на стол, салфетки. И еще вот такие вот свечки. Поставите. Здесь собачка. Угу. Как раз 12 штук. Все поставлю, да? Угу. Сейчас девчонкам попкорн насыплю. Mit Lippen. Und das sind Erdbeere-Makaron, weißt du? Pomade. Marco, ich habe da immer noch Slice. So ein Lippen. Marco. Mach mal auf, wie schmeckt das? Ich meine, genau das soll ich nicht machen. Das ist nicht speziell. Für mich ist alles speziell, sogar eine Geburtstagskarte. Oh mein, das ist pinkes Esspapier. Das ist geil. Что такое? Это бумага, которую я могу. Котик? О, какой классный. Что там? Видно? Да, но вы можете его взять. О, я знаю, что это. О, мой Бог, это гамбургер? Это гамбургер. О, мой Бог. Так, пополняются подарочки. Там, где не я, который заказывал. Что это такое? Белю. Это для волос. Мамира. Спрей для тела. Вау. Точно такой же мы смотрели. С Ксюшей хотели купить. Как хорошо, что мы его не купили. Ну-ка, откроем.
god, das ist so viel. Wow. Danke, Laura. Jetzt ist mein letztes Geschenk in drei Schüsse gegangen. Der da, wow. Ding, ja. Den habe ich auch. Mega, der mega ist so geil. Und den haben wir auch. Den habe ich auch geschenkt. Ist ja gut, dass ich das so viel habe. Schau, was kommt. Das ist so geil. Den habe ich auch, der ist so fein. Ja. Uri, du bist so ein Snack. Gut, auf dem YouTube-Video. Ich denke, ich alle Möbel. Elia! Du hast mir gerade gesagt, der Hose. Was ist die Hose? Max, ist hier. Schuhe. Ich dachte, das sind Schuhe. Oh mein Gott, nein, nicht dein Ernst. Wow. Was? Ставь свечки. Будем второй раз забывать. Давай. Нет. Второй тортик. Ну ставь куда-нибудь. Ксения! Te deseamos a ti cumpleaños, Margarita, que los cumplas feliz. Добра дрення тебе, добра дрення тебе. С днем рождения, Маргарита. С днем рождения тебя! Еще одно желание. Видишь, как тебе повезло? Сразу два желания можешь загадать. А я не загадывала. Не загадывала? Ну загадай. У тебя есть желание? Самое заветное. Ну? Espera, concéntrate. Dos y tres. Ahora tienes que hacer dos para todo. ¿Por qué? Si hiciste un árbol, tienes que hacer para todo. Ahora siempre tengo que hacer dos tortas. Oye, ¿tú ya tienes que empezar a invitar a tu amigo? Estamos en Suiza, hay que invitar dos meses antes. No, no, no. Al puro tarde. Все, выключаем свет. И спим. Все, убрала подарочки свои. Это что такое, маска? А что такое juice drop? Это кто подарил? Алла. Все, пойдем, Бунь. Отдыхать. Маргарита в школу завтра. Да. Телефон выключай. Все, спокойной ночи. Мы будем ложиться спать. Отдыхать. Завтра понедельник. Только у меня еще уборка предстоит. А вы, да, вот это как теперь отмывать? Смотрите, то, что они маршмеллоу кушали. Что с этим делать? Выкидывать? Тут еще осталось. Маршмеллоу, шоколад. Так, тортик у нас еще тоже остался. Тортик будем завтра кушать. Вкусный получился медовик. Да, Бонь? Ксюнь! Смотри. Что? Они делают из этих... Из шариков? А, из бутылок? Энергетик. Спокойной ночи. Хомячка. Смотрите, хомячка перенесли вчера, потому что девчонки здесь музыку громко слушали. Бедный хомяк с вами там тусил, да? Так, что? Что наденет завтра Ксюша? Ксюша наденет цепочку. Такую вот. Ей подарила подружка. Таурус. Телец. По знаку зодиака. Черная шапочка. Билли Айлиш. Штанишки черные. И футболка черная. И толстовка черная. Вот тут видите, у нас сколько футболок. Это сегодня все красили футболки, но они у меня остались. Вот. Даже Каролина обкрасила, Макс, Маргарита. Ну, в общем, все красили свои футболочки. И они должны так лежать 24 часа. Завтра я их постираю. И послезавтра девчонки им отнесут в школу их красоту. То, что они покрасили. Завтра я постираю и потом отнесете. Вот видишь? Как отнесем? В школу. Послезавтра отнесете, не завтра. Угу. Она уже старенькая. Какая старенькая? Ей только год. Старенькая. Старенькая девочка, да?